От уплаты налога на имущество освободили государственные учреждения здравоохранения в Иркутской области. Это касается больниц, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь и финансируются за счет средств обязательного медицинского страхования и областного бюджета. Льгота будет применяться с 2024 года. Обязательное условие – освобожденные деньги больница должна направить на приобретение, техническое обслуживание, ремонт медоборудования, покупку мебели и мягкого инвентаря, текущий ремонт зданий, строений, сооружений и помещений, улучшение зон регистрации пациентов. Эта сумма должна быть не менее 60% суммы начисленного налога на имущество организаций.